С нами находится Сергей Ковалевский, который является представителем компании «Миллениум». Эта компания является партнером Федерации футбола города Днепр в всеукраинском финале АФЛУ. Сергей, скажите, пожалуйста, как вам турнир, что интересного подметили и какие мысли по этому поводу? С первого взгляда турнир на высоком уровне. Видно, спортсмены приехали за победой. Мы довольны спонсорскими взаимоотношениями с Федерацией Днепропетровска. Надеюсь, победить сильнейший. Скажите, какие-то прогнозы можете сказать, кого бы хотели увидеть в финале? И касаемо нашей днепровской команды, ожидаем ли от нее победы? В любом случае буду болеть за днепропетровскую команду, желаю ей успеха. Ну и, наконец, тогда скажите немножко пару слов о вашей компании, чем вы занимаетесь и какие планы на будущее. Может, есть какие-то грандиозные проекты? Поделитесь с нами. Грандиозные проекты еще, я надеюсь, впереди. Компания занимается строительством спортивных площадок, футбольных полей, теннисных кортов. Все, что связано со спортивной индустрией. Как говорится, мы строим, вы играете. Супер, замечательные слова. Тогда напоследок пожелания участникам и тем, кто и победителям. Как говорится, бейте в девятку, не залазьте в офсайд. Спасибо, до свидания.